Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди, на аппарате Эндерал. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше приключение. Сейчас я поспал, сейчас вечер, и давайте пойдем попытаемся найти Калию, встретиться с ней. А потом подумаем, посмотрим, сколько это займет времени. И, возможно, пойдем на поиски пепельной вдовы. Чтобы уже закончить полностью с этими мифами и легендами. Так, возле знака вроде ее нужно встретить. По крайней мере, там мне было написано, что нужно прийти вечером. А, вот она. В платьице. Саира, ты пришел. Отличное платье. Спасибо. Я думала, что это подходит для случая. Impressive, isn't it? From here it all seems so peaceful. As if there'd be no enemy army just in front of our gates. As if all this, the cycle, the high ones, the Naramis, were just imagination. Недавно я сам удивлялся, что вроде как город в осаде, а люди живут так, как будто ничегошеньки не произошло. Вот ничего не изменилось. Меня радует, что все идет именно так. Можно использовать этот перерыв от всего происходящего. So am I. I wanted... Do you want to hear something funny? Давай. The two of us, even though we haven't known each other for that long, we've been through a lot. We underwent the Sigil's trial, we've fought our way through ancient ruins, and we found the forgotten home of the Star People. I'd say we make for quite an unusual couple, right? Ну, это точно. What I'd like to ask of you tonight, I'm ashamed to. It seems so out of place. Мне уже любопытно, говори. Ну, приземленным на самом деле звучит хорошо. Как ты хочешь поступить? Just follow me. I'll tell you when we get there. Слушайте, я заинтригован. Что она хочет? Так, сохранимся на всякий случай. Ну? Калия. Она что, передумала? Пошла в одну сторону, постояла так, подумала хорошенько. И решила, не, все-таки в другое место пойдем. Ну окей. Я даже не помню, видели ли мы ее когда-нибудь в платье. Ты хочешь на рынок? Поторговать? Хочешь, чтобы я купил тебе мороженое? Но торговцы сейчас по домам все. Рынок не работает. А круглосуточных супермаркетов здесь нет, к сожалению. Так, а как здесь можно переключать бег и ходьбу? А, вот. Калия. Мужик, ты врезался в Калию, и она немного затупила из-за этого. Да что ж такое, мы бежим быстрее, чем она идет, а идем медленнее, чем она идет. Почему нельзя сделать так, чтобы мы могли рядом с ней идти, вот? Вот видите, идем по прямой, и она ускоряется, ускоряется, ускоряется. И врезается во всех подряд.
То есть приходится вот так вот. Пробежал, остановился. Вот видите, она быстрее, чем мы ходит. Почему так? Так, это куда ты меня ведешь? Квартал чужеземцев? Оттуда выход из города наружу. Ты ведь не собираешься выходить наружу ночью? В платье. Без оружия. Я-то смогу защитить. Но все равно это будет опасно. Да и зачем? Huh? Can I help you? Missa? She-Ra. Yeah. It's not as if I didn't tell them that already. А, ты в трактир идешь? Хочешь там номер снять на ночь? Окей. Сохранимся уже. Столько перлись сюда. Сохраняюсь, я напомню, чтобы игра, если вылетит, не пришлось много времени тратить заново. Так, загрузка какая-то пошла. Ну, видимо, так и надо. Ну, это, если честно, было ожидаемо. Отдыхай, Калия. Так, ну, во-первых, давайте оденемся, а то как-то неприлично. Калия, ты как там? Ну, зачем ее толкать? Я не хочу ее толкать. Доброе утро. Давайте толкнем. Вариантов больше нету, как бы. Мы
Может быть, это мы ее типа не толкнуть, может быть, перевод. Может быть, мы типа растолкать ее пытаемся, разбудить в смысле. А она все еще спит? А переводчики начудили? Видимо, так и есть. Ну ладно, в таком случае... All for the well-dressed my sir and my dame, of course. Не будем ей мешать, пускай отдыхает. Как красиво Барт поет, ребята. Очень красиво. The crimson star, it leads you to a land of fun. Очень красиво. Так, игровой стол мне. Я проиграю по-любому, потому что даже не знаю, какие здесь игры, как в них играть. Давайте все-таки отправимся сейчас на поиски пепельной вдовы. Признаюсь честно, я уже знаю, где ее искать. На всякий случай мы сейчас еще раз книгу пролистаем. Что здесь сказано важного? Там про жителей подгорода. Ага. Это про ее мужа. Здесь ни слова не говорится о том, где ее искать. Поэтому самостоятельно ее черта с два найдешь. Так, примечание автора. Среди руин замка, но не сказано, где замок находится. Коготь мы нашли. А, кстати, любопытный факт. Некоторое время назад, когда я... Где я находился, не помню. Я оставил здесь маркер, в смысле, что надо бы сюда сходить. Здесь что-то есть, вот. Хотел осмотреть это место. Но не захотел тогда тратить время, думал, потом как-нибудь вернусь и посмотрю. Прикол в том, ребята, что именно сюда нам сейчас и нужно. Как бы сюда попасть? Ну, можно от башни Мирада протопать. Можно даже проплыть, чтобы было быстрее, чтобы не сражаться ни с какими волками, там, крабами и так далее, не отвлекаться на это, просто быстренько вот так проплыть. Хотя бы до сюда вот так, а здесь подняться уже. Таким вот образом. И, наверное, давайте так и сделаем. Значит, это солнечный берег у нас. Нам надо в южный квартал. Так, где ближайшие? Ага, вот. Указательный столб ближайший. Я надеюсь, коготь останется при нас, то есть мы никуда его вставлять не будем, потому что, если честно, пускай это звучит и смешно, но я хотел бы вернуть его в музей, чтобы отыграть роль хорошего персонажа. Либо я бы за него заплатил бы, если бы было можно скинуть просто так сколько-то золотых монет. Коготь стоит 750, но я бы даже 1000 скинул, чисто чтобы было как бы по-честному, как будто я его купил. Yes? Walk blessed, Fred. Так, sure. Мне нужно полетать, мне нужно... Куда мне нужно? Солнечный утес там было или как там было? Фермерское побережье. А здесь того нету, что мне нужно. Давайте слетаем на фермерское побережье, посмотрим. Если что, оттуда вам можно будет перелететь дальше. В любом случае, разберемся.
Вот только что ночь сейчас нехорошо. Не подумал я. Был ведь рядом с домом, можно было просто поспать немного. До утра. Обнаружено новое место. Если это новое место, значит это не то, что нам нужно. Да, определенно не то, что нам нужно. Солнечный берег. Там нет такого. Good evening. Sure. Where to? Так, теперь квест. Как попасть на солнечный берег? Может быть, не помещается что-то сюда? Восточная стена, речное, граница Сердцеземья, западный утес, север Сердцеземья. Подождите. Давайте попытаемся понять. Вот здесь что у нас? Туманное. Здесь у нас западный утес. Значит, нет, не западный утес. Ни на севере и не на границе Сердцеземья. Блин, нету этого пункта сюда перелететь. В крайнем случае перелетим сюда и вот так вот оплывем. Ну а что делать, ребята? На западном утесе, значит. А, подождите, на солнечном берегу и рядом как раз Ривервиль. Так может нужно Ривервиль выбрать. Ривервиль, полетели. Почему-то не сразу я додумался до этого. Жаль, что немного не продлили этот квест с Калией. Чтобы мы вместе действительно какое-то время провели, не просто загрузка и так далее. Но, по крайней мере, потанцевали бы реально. Опа, опа, коготочек. Хорошо. Хотя показали какую-то сценку, где мы танцуем, сидим за столиком, выпиваем что-нибудь, разговариваем. Весело проводим время, в общем. Так, хорошо. Теперь посмотрим, где мы и куда нам надо. Нам надо налево сейчас. В общем, к воде и плыть. Туда куда-то. Так, там водопад, и мы, скорее всего, убьемся, да? Или не водопад? Ой-о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 й, убьюсь ведь, убьюсь! Убьюсь! Или не убьюсь? Не убился. В принципе, так можно и выплыть. Я думаю, в итоге это будет быстрее, чем топать пешком. Нас никто не будет отвлекать, ни с кем не придется сражаться, тратить на это время, усилия, ману, здоровье, еду и нервы. Что это там такое? В принципе, здесь мы были, поэтому нового мы ничего не найдем. Здесь есть домик чей-то, которому нужен ключ. Ключ, видимо, где-то нужно найти. Но я понятия не имею, где. Собирался проплыть, но в итоге бегу по берегу. Ничего страшного, крабы вроде как не атакуют. Рыбку нельзя взять отсюда из силка? Нет? Ладно.
волки. Не хочу на них время тратить и ману. Так, там мы были. Это, может быть, и есть тот самый домик. Ну-ка, давайте подбежим. Возможно, у нас уже есть ключ. Может быть, где-нибудь мы его все-таки успели нарыть. Дом Пентоса. Слушайте, как открыть дом Пентоса? Так, здесь какой-то островок. Давайте заодно его осмотрим. Чисто из любопытства. А вообще нам вон туда нужно. Я даже вижу уже этот замок. Ну там еще остров. Сундук. Соляной корень. Что это? А, это краб. Ты что там делаешь, краб? Это на всякий случай, чтобы со спины меня не цапнули. Ну... Да что такое? Может быть, здесь где-нибудь будет еще что-то интересное? Хотя я не думаю. Уж слишком маленький этот островочек. Хотя бы ледяной коготь найти. Это уже было бы очень приятно. Нет, ничегошеньки здесь нету больше. Так, наверх мы здесь никак не попадем. Ну, может быть, и можно как-то исхитриться и залезть туда в итоге. Но если никакого пути нету, значит это и не нужно, и там мы, в принципе, ничегошеньки и не найдем, только время зря потратим. Поэтому пытаться даже не буду. А вот здесь, в принципе, возможно, так и рассчитано, что мы поднимемся. Это другое дело. Так, вот только... Ага, нет, не невидимая стена. Мне показалось, что уперся. Ну, такой островочек интересный. Неужели на нем ничегошеньки нету? Вот, ледяной коготь. Уже хорошо. Уже превосходно. Еще один, смотрите. Там даже что-то есть. Слушайте, любопытно. А, вот там берег можно было. С той стороны. Светопыльная пещера. Подождите, я коготь хочу. Великолепно. Так, а сама пещера у нас где?
Ой, какое место классное, смотрите, такое уютное. Водопадик. А вон вход в пещеру, да? Так как бы здесь так слез, чтобы не убиться при этом? В течение минуты зачаровываемые предметы на 7% мощнее. Ну, на всякий случай возьму, вдруг пригодится. Так уж и быть. Вообще место какое шикарное, посмотрите, вот сюда бы на пикничок, а? Приехать. Вообще шик блеск. Искупнуться можно, водопадик. И красота какая, и уютно, закрыто от всего мира. Просто прелесть. Просто прелестная. Так, я хочу в пещеру. Называется, пошел на вдову, а в итоге решил в пещеру зайти. Ну ничего. Здесь, видимо, будет красиво. Даже по названию можно судить. Светопыль. Опа-па-па-па, еще и ловушечки есть. Слушайте, мне уже нравится эта пещера. Ловушки есть, красота есть. Надеюсь, здесь будет нежить. Нет, нежить не умеет материться. Так, все, сохраняемся. Аккуратненько двигаемся. Пыльцемешатель. Это что, типа наркоторговцы, что ли? То есть готовят здесь наркоту? Пыльцу? Это лучше, думаю, его охранника убрать. Эх, в таком прелестном месте наркоторговцы. Ну, прям испортили всю идиллию. Ну, в принципе, в этом бы месте, да в этой пещерке обосноваться. Ох, если бы игра это позволила, а? Ох, было бы круто как. Я прям размечтался уже. Сделать здесь домик. Построить красиво так. Капюшон элементалиста. Ну, это нам может быть полезно. Возьмем, посмотрим. Светопыль и ее применение. Ну да, наркотики делают. Так, это мы выбраться можем наверх. Маленький рюкзак. Нет, определенно не нужно. Как дальсаркский мед. Ух, грибы какие огромные. Да, здесь определенно красиво, но двигаться здесь некуда. Никакого прохода дальше нету. То есть все, только топать обратно. Кстати, мы там подобрали капюшон элементалиста. На 10% меньше маны. Не надо нам это. Даже выброшу. Продавать не буду.
Можно поспать. Давайте так и сделаем. Вот так вот примерно. Думаю, будет нормально. Жалко, конечно, что нет здесь прохода дальше в глуби пещеры. Но место крутое. Я бы прям вот хотел бы, чтобы появился мод, который позволял бы вот это место перестроить в свое жилище. Прям было бы очень круто. Прям вообще. Убрать эту ловушку, камни разгрести, здесь проход красивый сделать. Да. Так вот выходишь на солнечный берег. А тут вот какая красота. Смотрите, как красиво. Я просто балдею. Вот реально, ни в Скайриме, ни в Обливионе таких красот не было. Выходишь, тут сразу берег тебе. Просто балдеж. Натурально. Так, ладно, плывем. Куда мы плывем? Туда нам надо. Так, как туда подниматься? Вот где-то отсюда вот так вот. Слушайте, а мы здесь вообще давно были? Я помню, мы здесь бегали. И туда забегали. Так, здесь противники уже есть. Ну давайте не будем тратить на них время. Пытаемся аккуратненько. Аккуратненько, я говорю, аккуратненько пробраться. И, кстати, можно сразу скушать ледяной коготь. То уж забуду по-любому. В принципе, возможно, нам по дороге можно пройти. Но по идее сюда дорога должна вести. Но идя по дороге, мы не найдем ледяные когти. Так, ну, видимо, да, именно сюда эта дорога и ведет. Тогда ладно, в целях экономии времени пойдем по дороге. Да, волки здесь слабенькие. Я надеюсь, по крайней мере, сама пепельная вдова не будет такой слабой. Пока что сильнее всего был, по-моему, оборотень. Странник Арвельдиин. Так, а что мы за место нашли? А, западный утес. Может быть, по пути мы еще найдем здесь какую-нибудь пещерку. Было бы круто. Я не против.
Вот лучше бы ледяной коготь так жужжал, чтобы я его слышал, когда прохожу рядом, потому что я просто вот уверен, что я прошел мимо десятков этих когтей, этих грибочков замечательных, и просто их не заметил. Ой. Так просто? Я думаю, мне следовало прийти сюда раньше. Замок Златый Брод. Так, там нету коготочка ледяного нигде. Ну, можно будет потом обойти этот замок, в принципе, когда мы выйдем по кругу. Потому что площадь здесь-то не маленькая. Вот так вот все обойти. Так, маркер уже, чтобы не мешал, мы удалим. Площадь большая, вот сюда еще спуститься, можно посмотреть, что там. Да, наверное, так и сделаем. Волки, вы где? А, вон. Сразу их уберем уже, чтобы не мешали нам. Потом со спины нас не жахнули, не куснули за попку. Вот там что-то есть, видите, темное еще и там. Так. Здрасте. Да. Это будет просто. Она уже здесь, я думал, внутри. Ой-ой-ой-ой. Все? Это, вот это все? Это мифическое существо, которое с одной тычки, с одного плевка сдохло? Слушайте, может, мне реально пора поднимать сложность игры? Но хотя в некоторых местах мне дают люлей, в особенности вот римские солдаты довольно-таки живучие. Потом эти когтистые дракошки ходячие, как там они, костоломы называются. Она еще ничего не дропает, елки. Они тоже люлей дают. Так что здесь, видимо, просто от места зависит. Просто я должен был прийти сюда намного раньше, наверное. Тогда это было бы сложно. Ну, я как-то разочарован, да. Мы хотя бы уровень получили. Сюда мы обязательно зайдем. Исследуем все, что можно. Так, и здесь еще один проход. Подождите, а куда этот ведет? Это у нас замок Золотой Брод, просто с этой стороны. Возможно, здесь и нельзя зайти. Вроде тоже можно. Но сделаем мы, ребята, это уже завтра. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.